Всем привет! Я хочу показать, как выглядят спортивные часы Garmin Fenix 3 после полутора лет использования. Я купил их весной 2015 года, наверное, в апреле. Я их использовал каждый день, как обычные часы, и я их ночью не снимал. Использовал их ночью для мониторинга сна. Поэтому можно сказать, что я их использовал 24 часа, только, может быть, раз или два в неделю. Я их снимал, чтобы зарядить на ночь. Посмотрим, что с ними случилось. Сначала я покажу корпус. Видно, что он потертый, на нем много царапин на металлической части корпуса. Иногда я задевал им об дверь или об другие какие-то штуки. После царапин на стекле мне пришлось поставить защитную пленку, чтобы предотвратить появление дальнейших царапин. Вот так выглядят кнопки. Ну, на кнопках вроде ничего такого не видно. С обратной стороны тоже вроде все хорошо. И несколько дней назад у меня порвался ремешок. Это самая простая модель с Fenix 3, не сапфир, с резиновым ремешком. Он вот так вот порвался. На нем много также трещин. Вот таких, так что скоро в этих местах тоже порвется все, я думаю. С этой стороны тоже. Вот эта часть тоже порвалась. На ней тоже трещина, вон еще одна. Поэтому, если вы планируете использовать эти часы долгое время, наверное, имеет смысл купить с металлическим браслетом и сапфировым стеклом. Но мне моего резинового ремешка хватило на полтора года. Правда, по моим условиям гарантия была 2 года, и Garmin согласился мне бесплатно поменять ремешок на такой же резиновый. Но я его еще не получил, пока жду от них этого ремешка. Еще раз покажу, как оно выглядит. С лицевой спереди. Всем спасибо. Всем пока. Надеюсь, это видео будет полезным.